Там молодежь, что она требует? Что она пережила в этой жизни еще? Ничего. Просто вот действительно вот эта вот подпитка. Я считаю, что им там нечего делать на площади. Надо работать, учиться. Да? Буду, да. Ну, столько 9-9-15. Мне вчера подвоить. Мы 80... Ой. Попадем мы сегодня. Здесь мой сын. Режим Лукашенко забирает у нас постепенно язык, символику, белорусскую школу, независимые газеты. Теперь они забирают наших детей. Еще никогда в истории Беларуси со времен Сталина, День воли, который у нас отмечается 25 марта, столько белорусов не встречали за решеткой.